Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о таком проекте, как La Liga, и обсудим характеристики данного проекта. Использование La Liga не обязательно требует доступа к онлайн-платформе, ведь базовый пакет обеспечивает доступ ко всем функциям блок-цепи. Это базовая формула, которая включает в себя полную функцию блок-цепи. И эта базовая формула включает кошелек узла, приложение мобильного доступа и доступ к Smart Explorer. ICO, запущенные на платформе La Liga, сразу же перечислены на рынке. В этом компоненте перечисляются ICO, а также связанные метки и классифицируются по категориям – официальному или общедоступному званию. Официальный рейтинг обновляется в режиме реального времени путем извлечения данных из компонента Benchmark. Покупки их рынки производятся с использованием смарт-кошельков или непосредственно фиат. La Liga представила новое поколение исследователей блокчейн, посвященных ICO. Обычные представители, такие как Etherscan, предоставляют информацию, связанную с транзакциями и контрактом, в необработанном виде, безусловно эффективную и полезную для отслеживания транзакций. К сожалению, эти инструменты не могут предоставлять статистические данные и полезную информацию для инвесторов. La Liga предоставляет платформу оценки ICO, состоящую из результатов автоматизированного анализа и консультаций наших экспертов. Анализ включает анализ кода, модульное тестирование, тестирование в моделируемой среде и нагрузочное тестирование. В отличие от уже имеющихся на рынке оценочных услуг, данная платформа продолжает анализировать производительность и надежность ICO и постоянно обновляет счет в режиме реального времени. Для полной прозрачности было решено начать предпродажу токена La Liga посредством контракта Ethereum ERC-20. Этот тип продажи гарантирует публичную и не поддающуюся проверке базы данных, в которой перечисляются участники и суммы. Эта же продажа позволяет участникам автоматически восстанавливать токены LLG после запуска публичной блокировки и вмешательства технической команды. Друзья, на этом у меня все. Это был краткий обзор проекта La Liga, а мы с вами увидимся в разборе следующего проекта. Всем пока!